18 февраля в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Курагинске поступило сообщение от жителя поселка Большая Ирба о том, что в гаражном массиве из гаражного бокса чувствуется стойкий запах ацетона. Следственно-оперативная группа незамедлительно выехала в указанное место. В одном из гаражных боксов полицейские обнаружили и задержали 26-летнего жителя села Идринское, который изготавливал наркотическое вещество из листьев дикорастущей конопли. Были приглашены понятые, в их присутствии было изъято то, что готовил задержанный. В настоящее время назначена экспертиза образцов изъятого. По результатам исследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела.